Привет, ребята, меня зовут Руслана, это моя собака Лёля, и сегодня я покажу, какие команды знает Лёля, вот она уже начинает выполнять. А мы некоторые команды уже подзабыли, так как она уже достаточно собака в возрасте. Но я очень покажу, какие она знает. Да, Лёля! Вот, и, ребята, я хотела выпустить другое видео, как вы сейчас не помните, но немножко не вышло, я буду его переснимать. Вот, так что извините еще за задержку видео, потому что я была в деревне. Вот, ну что ж, друзья, значит, сразу говорю, Лёля иногда будет команду сидеть и суслить, то есть она сядет, потому что суслик сразу так будет сидеть. Вот видите, суслик. Давай, суслик. Нет, Лёля, подожди. Сейчас она просто радостная очень. Давай, Лёля, суслик. Ждать. Молодец. Извините за мой тесный фон. И смотри, что тут. Давайте. Как Лёля улыбается. Давай, молодец. Ой, Лёля. Я за вот такую колбаску ей. Так, я еще буду. Дай лапу. Нет, Лёля, дай лапу. Мама здесь. Дай пять. Нет, стой, Лёля, Лёля. Ну, ты сидит. Дай пять. Молодец. Потом еще команда держать на носу. Сейчас, мы давно команду не повторяли. Лёля, держать на носу. Стой. Держать на носу. Держать. Ждать. Нет, товарищ. Что за дела? Давай еще раз. Извините. Лёля. Лёля. Подожди. Держать на носу. Держать. Держать на носу, Лёля. Молодец, кушай. Так, теперь команда. Какая команда там? Лежать. Лежать. Молодец, хорошо. Подыщ. Любимая команда её. Лёля, кувырок, кувырок, кувырок. Молодец. Ой, вы видели или нет? Давай еще раз. Блин, эту камеру неудачно поставила. И Лёля перетрекается. Лежать. Кувырок. Молодец, Тунечка, хорошая моя собака. Давай теперь отойди. Лёля, сейчас теперь команда. Лёля, вальс. 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 Давай еще раз. Давай еще раз. Лёля. Дерево. Вальс. 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 Молодец. Вальс. Давай, вальс. Ходи, моя умничка. Мы эти команды реально долго не повторяли, где-то месяц мы вообще команды практически не повторяли. Только там суслик, вот еще вот это вот самое главное. А вот эти вообще не повторяли. Лёля, давай еще раз, давай, проси. Сейчас, еще раз. Лёля, проси. Проси, проси, проси. Проси, молодец, ой, умница. А теперь, Лёля, танцуй. Нет, не прыгаем, мы танцуем. Танцуй, 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 танцуй. Еще, нет, танцуй. Танцуй, встань из суслика, встань. Пожалуйста, Лёля. Давай, танцуй, 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 молодец. Вот такой собака. Еще у нас команда была, смотрите, какая. Ползи, но ее вообще мы долго не повторяли. Давай сидеть, лежать, ползи. Давай, ползи, ползи. Нет, ползи, товарищ, ползи, давай. Ползи, ползи, ползи. Ползи, нет, давай, ползи, ползи. Ой, ребят, команда ползи, она не помнит, извините уже. Давай, подыщи, кувырок. Молодец. Юмничка. И теперь еще команда. Команда — это команда ищи. Мы ее тоже давно не повторяли. Смотрите, давай. Сидеть. Нюхай. Нюхай, Лёля, нюхай. Нюхай. Ищи. Молодец. Тихо, тихо, тихо. Зубы раздерешь себе. Давай достану. Ну, это я не так далеко спрятала, но вообще она хорошо ищет. Она прям находит из сумок, из всего. Так, теперь Лёля знает команду «Ну-ка мне», еще знает команду «Место», «Иди кушай», «Ждать» она знает. Но эти команды не буду показывать, так как это больше самые обычные команды. Я вам показала такие больше цирковые, так сказать. Вот, и вот все, что она может пока что. Если что, я буду ее еще, конечно, чему-то учить. Но это еще не скоро, наверное, потому что она уже в возрасте, собака. Ей хватает этих команд. Я больше сейчас Мишу буду учить командам разным, потому что ей вот достаточно, да? Лапа, лапа, лапа. Мне казалось, она еще какие-то команды знает, но я не помню. Она еще знала команду «Между ног», «Танцуй», «Задний ход». Но эти команды мы давно не повторяли, поэтому она их уже не помнит. Вот. Не знаю, там собака, надо кому повторять команду, но эта команда так. Просто я попробовала научить ее, она узнала, а потом как-то я про них забыла совсем. Дёрнусь ты мой. Нос. Ладно, ребят, понравилось видео, поставь палец вверх, подпишись на канал, и всем пока.